Пришел сезон заготовки слив. И, как всегда, первый возникающий вопрос – это как очистить сливы от косточек. Именно этому вопросу я посвятила отдельное видео. Я покажу вам несколько рабочих способов удаления косточек из этого фрукта, которые помогут вам быстро справиться с задачей. Итак. Я покажу три вспомогательных инструмента-помощника, которые облегчат процесс очистки слив от косточек. Каждый из них подходит для различных сортов слив. Более мелкие, особенно круглые сливы, лучше всего чистить от косточек тонкой палочкой, типа деревянной шпажки. Для этого же сорта слив больше всего подходит упругая соломинка для коктейля или тонкая бамбуковая палочка. С ее помощью я очистила 2 кг слив за 7 минут. Это, конечно, при условии, если в этот момент не отвлекаться на просмотр любимого сериала, а делать именно эту работу. Из очищенной таким образом целой сливы я готовлю вкуснейший чернослив. Ссылка на ролик сейчас на экране. Конечно, вы можете вынуть косточку из сливы, предварительно разрезав ее ножом. Но ведь не всегда в итоге нужно иметь располовиненную сливу. Поэтому вышеупомянутый подход в самый раз. Кстати, при помощи соломинки получается намного быстрее очистить сливы от косточек. В случае с ножом на те же 2 кг слив у меня ушло 13 минут. И слив половинками я готовлю цукаты. По вкусу они очень похожи на чернослив. В рецепте используется сахар, но зато такой продукт в дальнейшем можно хранить без холодильника. Ссылка на рецепт сейчас на экране. На этом у меня все. Надеюсь, видео было полезным для вас. До новых выпусков и до новых встреч на Кукише. Всем пока!